Всем привет, вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал в Манеж на Московский культурный форум 2016. Не переключайтесь, будет очень интересно и весело. Пойдемте. Так, вот с магазом сюда, все остальные сюда. Девоньки, улыбаемся. Ну, вот это, мне на работу. Потом очередь на колесико. По два человека. Давайте. Девоньки, активность. Проходим по два человека на колесико. Оно уже закончилось, бумажки. Да. По два человека на колесико, улыбаемся. Крутим колесико, крутим. Девоньки, а где улыбка? Да. Ну, мужики хотя бы тоже, ну поддержите, какой-то кошмар. Больше. Сколько народу. Какой прикольный клоун. А это, извините, это выставка, это на выставку, да, все, Московская культурная форма. Вау. Вот столько народу, друзья. Много очень. Буду ждать. Ну что, друзья, прошел досмотр. Что-то мне приблизилось, что меня проверили. Меня ничего не нашли. Так, гардероб, да, мне нужен гардероб. Господи, что с моей прической? Очень много народу. Очень, что-то у меня так рука набилась. Дай мне одеться. Буду куртку снимать, друзья. Вперед. Включаюсь. Так, друзья, я разделся. Начинается моя экскурсия по выставке. Итак, я уже вижу кадровый центр, департамент культуры города Москвы. Вот. Это их местечко. Какой-то красивый. Спальня. Это что? Кинопроектор. Вот они все пошли. Сейчас вам покажу все. Так, секундочку. Секундочку. Проектор. Так. Так, это Москино, друзья. Это Москино. Так, вау, как здесь красиво. И куда идти? О, там балерина танцует. По телевизору показывали. По всем каналам. Так, мне нужно прорваться. Мне нужно прорваться. Все? Вот, смотрите. Так, идем дальше, друзья. Это театр, какой-то русский духовный театр. Вот это их местечко. Так, что-то предлагают здесь нам. Спасибо. Спасибо. Так, здесь что? А, театр новый балет представляет. Вот их местечко. Все такое красиво, красное все. Тоже буклеты. Там. Так, и там что? Театр Романа Виктюка. Московский государственный исторический этнографический театр. Пожалуйста. Вот эти экспонаты. Эхня стучка. Так, идем дальше. Так, идем дальше.
Большой театр России. Что у нас здесь показывать будут? Большой театр. Точка, значит, их лимит. Театр «Уголок» дедушки Дурова. Ой, как красиво. Понятно. Так, тут дети играют. Театр музыки и поэзии. Дети давайте играют. Давайте еще раз пройдем. Так, это симфонический оркестр Москвы, Русская филармония. Пожалуйста. Так, идем дальше. Вау, как красиво. Супер. Супер. Приходите в наш театр. Спасибо большое. Да. Сейчас я покажу вот такой обзорчик. Очень много народу. Веселые люди. Так, здесь что? А здесь просто типа сцены. Так, идем дальше. Ой, как красиво. Так, пойдемте дальше, друзья. Это Московский театр русской драмы. Пожалуйста. Девочкам. Так, это вот это и все. Это театр «Мост», театральная лектория. Там какие-то игрушечки висят. Вау, кукольный, наверное, театр. Московский детский сказочный театр, Московский, да, театр кукол. Смотрите, куколки вообще. Денис ТВ. Да, Денис ТВ. Так, вау, как красиво. Фотографируются все. А это что за... Так, это... А что за театр? Детский камерный театр. А, вот, друзья, Московский детский камерный театр кукол. Супер. Сейчас покажу вам. Спасибо. Привет. Прикольно. Можно? Да. Вау. Сказочный театр. Пожалуйста. Как красиво все сделано. Вау. Япония, сказки, легенды. Куколки стоят. Вот. Шкафчик стоят. Так, идем дальше, друзья. Идем дальше. Осторожно. Ой, так круто, друзья. Так прикольно. Не зря я пришел. Идем дальше. Так, это Табаков. Театр Табаков. Все актеры. А это весь Табаков один. Так, ой, свинка какая красивая. Корова стоит. Красота. Вот. Корова стоит. А почему корова стоит? Это декорация спектакля. А. Вот так вот. Вау, дом музыки. А мы здесь были, кстати, в дом музыки. На балет ходили. Вот стоят. Так, театр Содружества актеров Таганки. Вот. Здесь их
водичка. Так, это спектакль «Веселок Рождества». Как-то так. Ой, я это что? Приходите. Это бег. Держи. Спасибо. Это бег, который был поставлен Марисаной Федосовой. Спектакль тоже. Мы столько надавали бумажек. Это просто... Вау. А там что? Ой, там какой-то концерт, что ли, заседание какое-то. Ой, все снимать. Так. Так, дальше идем. Вау. Это что? Реновация памятников промышленной архитектуры. Архитектура, значит. Вот, пожалуйста. Не-не-не-не-не, банк бизнес-центр, фабрика Станиславского. Я просто бываю, макет. А по-моему... Такие все красивые, такие все красивые. А ты открывай вселенную. Вот. Ну, в пример, галактики, скопления. Что-то рассказывает интересное там. Ну, все нормально. Этому человеку. Вау! Музей космонавтики, друзья. Вот, пожалуйста. Кстати, я сюда не ходил, надо сходить. Макет принесли. Так. Дальше идем. А это вот мой район, друзья. Вот. Коломенская был, это не мой район, вот Измайлова мой. И Фортово я был, Люблина тоже был. Так там не был, и там... Там тоже не был. Так. Дальше пошлите. Ой, здесь даже есть... Пазлы строят, смотрите, ребят, пазлы строят. Не вставляешь? Что-то строят. Пойдем дальше. Ва, какой красивый кот. Какой красивый кот. Это так, Московский академический театр имени В. Маяковского. Да. Пойдем дальше. Вау. Театральный. Театр какой-то. Сейчас скажу. А это что за театр? Театр «Геликон Опера». Ага. Московский музыкальный театр «Геликон Опера». Большой торг. Хорошо. Мы спасибо. Только что открылись после огромной реконструкции. А, ну, я слышал по новостям, да. Да, это красивейшая усадьба в конце 19 века. А у вас есть какая-то визитка? Конечно, у нас есть и визитки, и материалы. У меня лично есть визитка. Давайте что-нибудь. Я к вам приду. Возьмите. Наш буклет. Вау, спасибо большое, спасибо. Друзья, смотрите, мне какой красивый. Мама, я нашла. Спасибо большое. Делаете какой-то видеоархив? Ну, я просто видеоблогер. Здорово. Пришел сюда на выставку. У меня канал посвящен выставкам, музеям, всему хорошему, в общем. Хорошо. Знаете, что у нас выставки проходят в нашем театре, которые сменяют одна другую, независимо от нашего репертуара, от наших спектаклей, потрясающих, да, оперных. Есть еще выставочная программа и художественных выставок, и мемориальных. У нас проходила выставка из Дома-музея Чайковского в Клину. Настоящие рукописи Чайковского, подлинные. Сейчас проходит выставка костюмов Людмилы Гурченко. Вау, а это я слышал. Да. А вот это поподробнее можно, да? Ну, можно поподробнее. Муж Гурченко, Сергей Сенин, привез и выставил в нашем театре 7 костюмов. Потрясающих, которые можно увидеть в фильмах Людмилы Гурченко, с участием Людмилы Гурченко и в спектаклях. Это костюмы, которые хранятся в ее музее-мастерской, очень богато сделанные, причем каждый из которых был дополнен самой Людмилой Марковной. Вот. А о наших спектаклях, о нашем здании могу рассказать еще больше. Вы, кстати, приходите к нам на экскурсию. Приду. Приходите. Спасибо. Я вас серьезно приглашаю. Приду. У нас ближайшее будет 2 апреля. Так, суббота в 3 часа. А напишите мне вот на буклете прям.
2 апреля там когда-то. Может, и на буклете? Может, или на буклете? Ну, как не знаю, как, чтобы не потерять. Давайте на буклете. Да. Сейчас мне дадут телефончик, информацию, я... А вам телефон или как? Можно имейл, например. Имейл я... Там у меня мусор. Давайте номер дам. Давайте я запишу на своей же визитке. Хорошо. Ваш телефон. Очень приятно. Денис, мы будем вас приглашать не только в театр, но и на открытие выставки. Это круто будет. Я думаю, что вам будет интересно. Мне да. Спасибо большое вам еще раз. Вам большое спасибо. Спасибо. До свидания. Вау, как прикольно. Тебя меня пригласили. Надо будет потом подробно все это посмотреть. Так, а это зоопарк московский, друзья. Московский зоопарк. Вот, пожалуйста, у меня написано. Это их листочки, много людей. А, там изучают, значит, микробы какие-то, вот смотрят мелкие. Так, а тут сказали по новостям, привезли черепашек. Вот, черепашки водные. Пойду дальше. Вот, как красиво здесь сделано. Так, пойдемте дальше. Так, вау, как ярко. Какая-то карта. Какая-то карта, значит. Так, ну давайте сыза у нас. Я скрылась с карты. Ну тут всякая, значит, информация, наверное, где что находится. Где музей, где театр. Очень круто, очень удобно. Вот, пожалуйста, сразу информация пошла. Режим работы, сайт, телефон. Очень круто. Мороженое продают. Московский культурный форум написано. Так, а где меня не было? Конечно. Пойду сюда. Пойду сюда. Так, вау, это что? Московская государственная картинная галерея. Так, пойдемте дальше. Так, Государственный Дарницкий музей. Только что у вас сегодня был. Да, делал тоже видео. Друзья, как прикольно. Ну вот, друзья, все это вы видели. Вот. Так, идем дальше. Царицына. Что у нас здесь Царицына? Музей гастроли. Так, понятно. Идем дальше. Идем дальше. О, какие красивые идут. Барыни. Так. Музей русской иконы. Это надо тоже заснять, посмотреть. Контекст, да? Уходим отсюда, друзья. Уходим, уходим. Это Троицкий музей. Вау, какие красивые. Именно экологичная. Очень красиво, друзья. Так, пойдемте дальше. Идем дальше. Шикарно. Шикарно. Просто все красиво очень. У меня нет слов описать все это. Выставка, кстати, форум проходил целых 3 дня. Сегодня последний день. Вот. Сегодня последний день. И я решил
приехать, посмотреть, что же за форум. Форум просто шикарный. Мороженое продают. Это как в этом, в ЦУМ или в ГУМ, я уже не помню. Я вечно путаю, ЦУМ или ГУМ. Вау, это Московская государственная картинная галерея. Картины. Картины. Шикарно. Парам-пам-пам. У меня рука устала, друзья, рука устала. О боже. Это, наверное, современное искусство какое-то. Что написано? Александр Курганов. Узел. Ой, пожалуйста. Узел. Московский государственный музей, дом Бурганова. Так, это Александр Бурганов, душа. Ну, ничего, интересно, интересно. Так, это... Ой, как мне рука болит. Аппарат киносъемочный для мультик, кационных съемок. Вот. Аппарат стоит. Так, это департамент культуры города. Я не помню, написано что-то. Так, это что? А, кстати, в Москве есть кинотеатры детские. Их очень много в каждом округе. И рядом со мной находится кинотеатр «Березка». Я туда хожу достаточно часто. Там недорогие билеты. Проходят эти различные мероприятия. Вот. И вот у них есть представительство здесь. Вот, их представительство. А это кинотеатр, да, который на данный момент находится на реконструкции. Вот «Березка», мы делаем все возможное, да, чтобы быстрее открыть для жителей города Москвы. Также кинотеатры московского кино, все... это не только показ фильмов. Все их кинотеатры. Очень, кстати, хорошая сеть. Обязательно сходите. Я, может, как-нибудь еще сделаю видео на эту «Березку». А сейчас я пойду на первый этаж, ой, на минус первый. И там тоже, ой, какая красивая девушка. Ой, и вторая, вау. Так, я быстренько за ними. Они стесняются, друзья, стесняются. Вот еще, друзья, пожалуйста. Здрасте. С бутылками. Ничего страшного. Ничего страшного. Вау, как здорово. Да столько хороших людей, добрых, веселых. Все культурные, такие красивости. Вау, здорово. Очень круто, что я сюда пришел. Так. Так, дом... Дома культуры. Пожалуйста, вот дома культуры. Сау. Так, идем дальше. Творческая мастерская домов культуры. Вот тут что-то рисуют дети, пишут, аппликация, что-то делают, увлекаются. Очень все круто. Пойдем дальше. Это колледжи в области искусств. Вот красивые девочки сидят, играют. Так, там бумбокс какой-то. Вау, это что? Смотрите, как красиво придумали, сделали. Какой-то спектакль играть, наверное. Вау. Дети рисуют, что-то, аппликации какие-то. Сорта.
ячейки. Дальше. Какой-то бумбокс здесь. Библиотека Юзао. Красиво, как все сделано. Домашнее. Там. Запись в библиотеку. Не хотите записаться в библиотеку? Так, это школа вязания, наверное. Пожалуйста. Вяжут, шьют. Красиво все. Вау, творчество прям, реально так красиво. Китики, такие цветочки. Вау, как красиво. Вау, друзья, офигеть. А это что за, представительство? Какой-то театр? Восточный опыт. А, библиотека. А, это все библиотеки, все ясно. Понятно. Хотите, возьмите визитку? Не, спасибо. Так, идем дальше. О, здесь рисуют, музыка, играют на скрипках. Ну, наверное, я все обошел. Наверное, я уже все обошел. Ой, спектакль идет. Дом культуры. Здравствуйте, ребята.
Как это называется? Вот вы сейчас что делаете? Я пришла в школу. А как это правильно называется? Анимация песка. А, анимация песка, да? Спасибо. А то не знаю. Не знал. Вот рисует. Молодцы, девочки. Так. Идем дальше. Пока ничего интересного не вижу, друзья. Ой, какой красивый! Какой хороший! Какой хороший! Так, это дом культуры. Участок выставки. Красиво. Кто-то рисует, пишут. Аппликации какие-то снова делают. Так, идем дальше. Спасибо, девочка. Спасибо. 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 Так, друзья. Вот еще. Давайте я вам листовочку дам. Спасибо большое. И еще одну. Какой-то округ. Не знаю, какой округ. Дао. Дао. Что вам еще показать? Вау. Мне сказали, давай работать. Надо их вкладывать в базовую форму, а потом начинать. Это мальчик делает, пытается сделать. Это что? Как красиво. Какие-то аппликации. Какие-то аппликации. Очень красиво. Супер, просто шикарно. Так, надо теперь туда выйти как-то. Ой, я бегаю, чтобы все быстрее показать. Иначе у меня сядет батарейка. Не знаю, вы меня слышите, не слышите. Не знаю. Так, там какая-то интересная экспозиция. Надо пройти туда. Так, количество. Осторожно. Так, что здесь? Вау. Дом культуры какой-то. Что-то. Какие-то роботы, короче. Вот, какие-то роботы, они все играют, двигаются. В общем, как-то так. Вот, да? Ходим. Так, уходим. Очередь. Так, что-то здесь нарисовали. Различные рисуночки. Различные темы. Вот. Так, уходим. Все красиво, шикарно. Вау, какие картины написали. Так, картина. Цветочек желтый на красном фоне. Маяк. Девочка, значит, не знаю, на чем крутится, вертится. Какая-то абстракция. Красиво все. Вау, май гад.
Это школа искусств, друзья, все школа искусств. Так, и снова народ пошел. Надо куда-то исчезнуть. Это центр русской культуры и искусства под управлением Владимира IX. Так, сейчас я вам покажу их девочек. Вот, красавцы такие стоят. А, вот живая. Красавица. Круто. Ждем поезда. Сейчас. Пойдете. Прикольно. Так, наверное, все, моя выставка искусства подошла к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Так, все, увидимся, всем пока-пока. Всем пока-пока.